вот. Стой пока, смолы, я пока повыношу. Чем помочь? Повыносить что-то? Да, вон здесь есть сумки, если можно. Давайте. Да, разберемся. Ну, все нормально. З початком активної фази бойових дій з Авдіївки було вивезено близько до 300 осіб, як і дорослих, так і дітей. У зв'язку з тим, що були активні обстріли, були вивезені до населених пунктів інших Донеччини, зокрема Святогірськ, який гостинно прийняв цих всіх дітей і людей. Коли обстановка стабілізувалася і стало зрозуміло, що все, можна повернутися, частина людей повертається. Сьогодні ми супроводжували їх від Святогірська сюди до Авдіївки, до свого місця постійного проживання. Загалом повернулися двома автобусами 22 особи, які виявили бажання повернутися. Згодом, я сподіваюся, повернуться інші. Мы жили в Берлине Донеччины в 6-м корпусе. Условия были отличные. Тепло, вода круглосуточно горячая, трехразовое питание. Плюс с детками занимались постоянно, со взрослыми, психологи, аниматоры. То есть, ну, просто на каникулах побывали. Большое спасибо нашей армии, в частности полковнику Раевскому, за то, что помог нам вот это все организовать выезд. У нас много людей там еще осталось, но есть люди, которым вот на работу, и детки очень за родителями скучали. Вообще, конечно, очень большое вам благодарность, потому что своим ходом большое спасибо было. Андрею Викторовичу, который нас принял. Да, и Перлине Донеччины вообще молодцы, такой прием. Да и вообще вся Украина, такого у нас давно не было, что, конечно, поддержку ощущали полностью от всей страны. Маши бабушке привет передашь потом. Будут показывать по телевизору, бабушке помашил так.